Всем привет! Меня зовут Джамиля. Меня зовут Адалия. Мы ученики школы Белимкана Бишкек, и это проект Study Friend. И сегодня у нас новый пятиклассник. Привет, меня зовут Бектур. И сегодня наша тема – уравнение. Поехали! Следующее задание. Бектур, сейчас мы с тобой решим сложное уравнение. Для начала подчеркни мне уменьшаемое. Одной чертой и вычитаемое двумя. А разность волнистой. Молодец. Что нам здесь неизвестно? Нам неизвестно уменьшаемое. Давай начнем находить. Чтобы найти неизвестное нам уменьшаемое, нам нужно из вычитаемое и разность прибавить вместе y плюс 64 равно, потому что это y, женский род. 38 плюс 48. y плюс 64 равно 38 плюс 48 равно 86. y плюс 64 равно 86. Молодец. Дальше решаем. Что нам здесь неизвестно? Нам неизвестно первое слагаемое. То есть y. А чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное нам слагаемое. Молодец. y равно 86 минус 64. y равен... 22. Молодец. Как легко ты решил это сложное уравнение. Это был первый способ. Теперь рассмотрим второй способ. Сначала нам нужно переписать без скобок. Угу. Y плюс, скобка открывается, 64 минус 38. Скобка закрывается. Равно 48. Y плюс 26 равно 48. Молодец. Теперь, что нам здесь неизвестно? Нам неизвестно первое слагаемое. То есть y. Угу. А как его найти? Надо из суммы вычесть известное нам слагаемое. Молодец. y равен 48 минус 26. y равен 22. Молодец. Снимайте свои видео и присылайте их к нам. А лучше окажется на нашем канале. Всем пока!